Да, я сказал бы, что нелегко, но мы полностью владели инициативой. Что в первом, что во втором тайме, там у них практически там, без два удара всего за игру. Так что и гол нам забили, там просто какая-то неразбериха, а так шансов не было у них вообще. Нам вообще сейчас без разницы в нашем положении, на кого как настраиваться. У нас настрой всегда должен быть как на последнюю игру, и это не зависит от команды. Последнее место, как она играет, у нас каждая игра как последняя. Сейчас, да, самое главное – это восстановление, все правильно сделать, выспаться. Там завтра будет восстановительная тренировка, как можно больше отдыхать. И все.